И снова возвращаемся к теме празднования Нового года. В Амстердаме последние секунды 2015-го превратили в яркое лазерное шоу. Ну а старт году новому дал грандиозный фейерверк. В Лондоне главной смотровой площадкой по традиции стала набережная Темзы. В небо британской столицы этой ночью выпустили 12 тысяч залпов салюта. Не менее красочно было и в Берлине, где тысячи людей собрались на площади перед Бранденбургскими воротами. Ну и, пожалуй, самые захватывающие кадры из Рио-де-Жанейро. Там от грандиозного фейерверка было светло, как днем.